Ас – это начальная буква славянского алфавита, которая обозначает местоимение «я». Однако ее коренным смыслом является слово «изначально», «начинать» или «начало». Ас имеет числовое значение, которое выражается цифрой 1. У древних славян цифра 1 была началом всего самого прекрасного. Буки значит «быть», «будет». В этом слове наши предки выражали будущее как неизбежность, которая могла быть как хорошей и радужной, так и мрачной и ужасной. До сих пор доподлинно неизвестно, почему букам не дано цифровое значение. Однако ученые склоняются к мнению, что это связано с двойственностью этой буквы. Буква «Веди» – интереснейшая буква старославянского алфавита. Ее значение – ведать, знать, иметь знание. Сокровенное знание – знание как высший божественный дар. Буква «Веди» имеет числовое значение – число 2. Число 2 у славян обозначало объединение неба и земли, двойственность человеческой натуры, добро и зло. Если сложить азбуки и веди в одну фразу, то получится фраза «Я буду знать». То есть человек, открывающий созданную равноапостольными Кириллом и Мефодием азбуку, впоследствии будет обладать знанием. Глаголь. Буква, значение которой является выполнение какого-либо действия или произношение речи. Синонимами буквы являются глаголить, говорить, разговор, речь, а в некоторых контекстах слово писать. Глаголь всегда использовался только в положительном контексте. Числовое значение 3. Тройка или триада считаются божественным числом. Очень красиво называлась кириллица буква, известная нам как «Д». Это звучало «добро». Это пятая буква почти всех славянских кириллических алфавитов, форма которой произошла от византийского уставного начертания греческой буквы «дельта», которая, как нынешняя «Д», рисовалась лапками вниз. Буква «есть» от глагола «быть», шестая по счету. Буква развивалась из греческой буквы «эпсилон». Буква «Ж» – «живете» – не имеет аналога в греческом алфавите. Означает слово «жизнь». В некоторых славянских языках соответствует звукосочетанию «дж», который имеет фонетическое соотношение с буквой «череп». Означает не только «жизнь», но и существование различных форм жизни, взаимосвязь множества, преобразование и преобразование, зарождение и рост, достижение определенного предела, за которым появляется новый путь к новому пределу. Зело – буква, которая является сочетанием двух звуков «д» и «з». Главное значение этой буквы для славян заключалось в словах «крепко» и «сильно», а также «весьма». Букву «зело» часто можно встретить в предложении как «зельный», то есть «крепкий», «сильный» или «обильный». Если рассматривать эту букву в контексте слова «очень», тогда можно привести в качестве примера строки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который писал: «Теперь я должен перед вами зело извиниться за долгое молчание». В этом выражении «зело извиниться» можно легко перефразировать словосочетание «очень извиниться». Земля – это девятая буква церковнославянской азбуки, значение которой «земля» или «страна».
Иногда в предложениях буква слова «земля» употреблялась в значении «край», «страна», «народ», «земля» или же под этим словом понималось «тело человека». Буква Ижии в алфавите обозначает Вселенная, система мироздания, все существующие в природе миры. Вторая буква Иже в алфавите обозначает союз, соединение, единство. Русская азбука – это не только набор букв, соответствующих звукам, это еще и целое послание к славянам. Буква «К» или «Каппо» происходит от греческой «каппа». Как дружить и как любить, како совесть говорит, како дед тебе велит. Или еще одно послание. И како люди мыслите, наш он покой. То есть как вы думаете о мире, то вам и возвращается. Означает вопросительное слово «как» или утвердительное словосочетание «то как». Буква «Л» – люди, существа разумные. Буква «Л» происходит от греческой «лямбда». Мир людей и мир любви в жизни – спутники твои. Буква «М» – мыслить. Смысл обозначает мыслящий, думать, размышлять или, как говорили наши предки, мыслить умом. Для славян слово «мыслить» обозначало не просто сидеть и размышлять о вечности. В это слово вкладывалось духовное общение с Богом. «Мыслите» – это буква, которой соответствует число 40. Отсюда традиция на 40 день после смерти поминать усопшего. Буква «Н» – «наш». Константин Философ вкладывал в нее два значения – «наш» и «брат». То есть это слово выражает родство или близость по духу. Синонимами истинного смысла буквы были такие слова, как «свой», «родной», «близкий», «принадлежащий нашему роду». Таким образом, древние славяне разделяли всех людей на две касты – свои и чужие. Буква, слово «наш», имеет свое числовое значение, которое, как вы, наверное, уже догадались, равно 50. Следующее слово в азбуке представлено современной буквой О, которая в старославянском алфавите обозначена словом «он». Истинным значением этой буквы является лицо. Он – творец небес, земли, подрастай и с ним твори. П – покой. Буква духовности славянского народа. Истинный смысл покоя заключается в тишине и покое. В эту букву вложен особый душевный покой и душевная гармония. Буква «П» – покой, основа мироздания. Нет давления, движения, вот предел преображений. Пусть течет все не спеша, в равновесии душа. Буква «Рцы» – это древнеславянская буква, которую мы знаем сегодня как букву «Р». Истинный смысл «рцы» заключается в таких словах, как «изречешь», «скажешь», «выскажешь» и других словах, близких по смыслу. Например, выражение «рцы же премудрости» обозначает «изрекай мудрые слова». Числовое значение 100. Слово
буква, о которой можно сказать, что именно она дает название всей нашей речи. С тех пор, как человек придумал слово, окружающие предметы получили свои названия, а люди перестали быть безликой массой и получили имена. В славянской азбуке слово имеет множество синонимов. Сказание, речь, проповедь. Все эти синонимы часто использовались при составлении как официальных писем, так и на описании ученых трактатов. В разговорной речи эта буква также нашла широкое применение. Числовым аналогом буквы слова является 200. Твердо. Как вы понимаете, истинный смысл этой буквы говорит сам за себя и обозначает она твердый или истинный. Именно от этой буквы пошло известное выражение «твердо стою на своем слове». Это обозначает, что человек четко понимает, что он говорит, и утверждает правильность своих мыслей и слов. Подобная твердость – это удел или очень мудрых людей, или полных глупцов. Тем не менее, буква «твердо» указывала на то, что человек, говорящий что-то или совершающий поступки, чувствует себя правым. Если говорить о числовом самоутверждении буквы «твердо», то стоит сказать, что и соответствует число 300. Ук – буква, служившая для передачи звука «у». Ук – 21-я буква кириллицы. Первая форма буквы – заглавная, следующая – строчная. Современная буква «ф» носила затейливое название «фер». Произошла от греческой буквы «фи», а от ее славянского названия «фер» вкупе с ее формой произошел оборот – ходить фертом, то есть в буквальном смысле – ходить руки в боки, подбоченись, в переносном смысле – быть самодовольным щеголем. Буквы «хиер» и «омега» стоят в центре азбуки – и заключены в круг, что выражает их превосходство над остальными буквами азбуки. Главными особенностями этих двух букв является то, что они перекочевали в старославянскую азбуку из греческого алфавита. «Хиер» происходит от греческой «хи», означает слово «дух», что сравнимо с греческим «хиеро» – «божественный». В некоторых сербских словах фонема «х» исчезает при произношении и превращается в звук дыхания. «Омега» – «от» – достижение определенного предела, после которого открываются новые горизонты. Соответствует греческой букве «омега», соотносится с гласным звуком «о» и буквой «он», означает слово «отец». Буква «ци». Положительное значение «ци» можно выразить в словах «церковь», «царство», «царь». «Ци» подразумевало как царство земное, так и царство небесное. Буква «червь». От этой буквы пошли такие слова, как «чернец», то есть монах, «чело», «чаша», «чадо», «червленое», «человек» и другие.
Появлению букв «ш» и «щ» в русском языке мы обязаны создателям кириллицы, которые решили, выбирая вариант написания этих шипящих звуков, идти своим, отличным от европейцев путем. В качестве прообраза они выбрали букву «шин», присутствующую в алфавитах восточных народов – арабов, сирийцев и евреев. Так, благодаря сообразительности Кирилла и Мефодия, мы получили возможность записывать шипящие звуки при помощи одного, а не нескольких знаков. Удивительное дело, но буква «ш» дошла до наших дней без изменений. Никакие веяния времени на нее не повлияли. И писали ее точно так же и называли «ш». Буква «щ» – одна из букв алфавита Кирилла и Мефодия. По одной из теорий, буква «ш» – прародительница «щ» была символом защиты, щита. Изображали букву «ш» как трезубец со щитом. Хвост у буквы «щ» в старом кириллическом начертании, как правило, является продолжением ее средней мачты. В шрифте гражданском выполнено по аналогии с буквой «С». Буквы «ер», «еры» и «ели» – это особые гласные звуки, редуцированные. «Ер» – твердость, созидательная деятельность, сотворение чего-либо в процессе действия. «Ери» – мягкость и окончание действия. «Ер» мы знаем как твердый знак, а «ери» – как мягкий. «Еры» – современное «ы» – означает единение, взаимосвязь с другими. Буква «ять» соответствует среднему звуку между «е» и «я», что можно слышать в словах «есть» и «яство». В современных славянских алфавитах отсутствует, означает «ятый», «целостный» или «святой», означает «божественную связь». «Ять» по своему внешнему виду похожа на значок, которым астрономы обозначают планету Сатурн. Буквы «ять» и «е» произносились совершенно одинаково. До ее изгнания из азбуки она носила название страшилища, пугало, так как она затрудняла правописание и приносила много огорчений, особенно детям. Им приходилось механически изучать правила на ять. Ошибки на ять считались самыми страшными. Выражение «знать на ять» свидетельствовало о наилучших познаниях. Юнь. Буква «ю» происходит из сочетания греческих букв, означает величие, величание, поскольку объединяет буквы «иже» и «он». Означает выпадение из основного, выход за рамки. Это буква скорби и печали. Ее коренным смыслом является горькая доля и несчастливая судьба. Буква «Я». «А» иотированная. Соответствует гласному звуку «Я», который является иотированным вариантом фонемы «А». Означает слова «иметь имя», поскольку объединяет буквы «иже» и «ас». Особых названий иотированные буквы в старой азбуке не имели. Когда речь шла о высших небесных понятиях, которые стоят над чувствами. Особые буквы. Юс малый, юс большой. Ядированный юс малый и ятированный юс большой. Это буквы старославянских азбук, кириллицы и глаголицы, обозначавшие древнеславянские носовые гласные. Юс малый звучал как «а». Юс малый ятированный звучал как «я». Юс большой
У. Ю с большой ютированной Ю. Буква Кси. Дух, духовность. Происходит от греческой буквы Кси. Использовалась для ее замены в словах, заимствованных из греческого языка, а также для записи чисел. Буква Кси обозначала число 60. Была исключена из русского алфавита во время реформы Петра I в 1708 году. Буква Пси. Душа и все, что к ней относится. Происходит от греческой буквы «пси», использовалась для ее замены в словах, заимствованных из греческого алфавита, а также для записи чисел, обозначала число 700. Была исключена из русского алфавита во время реформы Петра I в 1710 году. Буква «фита» – слияние с природой. Происходит от греческой буквы «тета», имеет такое же числовое значение – 9, хотя в азбуке традиционно стоит не на девятом месте, а в конце. Орфографические реформы 1917-1918 годов упразднили эту букву с повсеместной заменой ее на букву «ф». Буква Ижица – состояние счастья, благости. Происходит от греческой буквы Ипсилон. В русском языке использовалась для обозначения гласного звука И в немногих словах греческого происхождения – мира, синод.